жизнь – это то, что есть сейчас. Мы всегда ждем невероятных вещей, которые будут происходить в будущем. Но забываем о том, что жизнь идет прямо сейчас. Научитесь жить настоящим моментом и перестаньте надеяться на иллюзии в будущем. Жить нужно настоящим. Жизнь полна сложностей, путаниц и обязательств, которые делают ее только хуже. Простая жизнь дает пространство для радости и любимых занятий. Вы не можете контролировать других. Мы хотим, чтобы окружающие нас люди вели себя так, как хочется нам. Но реальность такова, что мы не можем изменить других людей. Уважайте уникальность и независимость каждого человека. Жизнь очень коротка, а мы делаем ее еще короче. Обижаемся, ругаемся, показываем свою гордость. Когда можно просто смеяться, радоваться, общаться, дарить любовь и получать ее взамен. Надо дорожить друг другом. Нужно просто жить.